Мы рады приветствовать вас на канале Геоцентр. Конец января 2018 года принес в Австралию аномальную погоду. В штате Тасмания, где 27 января температура воздуха достигала плюс 32 градуса Цельсия, неожиданно выпал снег. До этого подобный снегопад жители наблюдали 3 декабря 2017 года, когда выпало 20 сантиметров осадков. В то же время в округе Кимберли прошел циклон, который принес сильные дожди. Порывы ветра достигали скорости 34,7 метра в секунду. В городе Брум только за 5 суток выпало 697,2 миллиметра осадков, тогда как январская норма – 158,4 миллиметра. А ежегодное среднее количество выпадающих осадков в Бруме – 598,9 миллиметра. Снег в разгар лета. Годовая норма осадков, выпавшая за несколько дней. Климат меняется. И мы не в силах остановить эти изменения. Но что мы можем сделать? Это объединиться на основе добра и дружбы. И это возможно лишь на истине, на любви, на действительно духовной свободе. В другом случае все будет ужасно. Мы видели миграцию за последние годы всего лишь небольших групп людей. К чему это привело? Столкновение двух культур. Это горе для очень многих людей. Разве не так? Люди приходят в другую культуру со своими традициями. Они не понимают друг друга, потому что прежде всего они разделены сознанием. А если бы они действительно уважали друг друга и действительно любили, разве бы они так поступали? Что одни, что другие. Те бы их не считали беженцами и людьми второго сорта, а те бы уважали тех людей, к которым они пришли. Они пришли в гости, как можно не уважать хозяина? Или как можно не уважать гостя? Опять-таки, с одной стороны пришли верующие, они пришли к кому? К верующим другим людям. И те верующие, и те верующие. Тогда извините, в кого они верят, раз они себя так ведут. Кому они служат? Или я не прав здесь, задавая простые вопросы? Я понимаю, что можно оспаривать мои слова и много говорить о Боге, но говорить о Боге и жить Богом — это разница огромная. И это правда. И поступать так, как подобает людям духовным, и рассказывать об этом тоже разница огромная. Поэтому все в руках человечества, пока еще есть шанс. Но этот шанс лишь озвучивается. А вот будет ли он использован или нет, опять-таки зависит от каждого.